Всем привет, уважаемые подписчики нашего клуба. Сегодня хочу вам представить обзор танка Кромвель от фирмы Revel в 72 масштабе. Так, что мы имеем? Бокс. Так, тут ничего. Текст. Реклама. Инструкция. Вот что мне нравится в фирме Revel, так это их инструкция. Очень подробная. Непосредственно сразу перейдем. Покажу вам инструкцию. Инструкция выполнена в виде, получается, как журнала на формате А4. Что мне тоже нравится, когда она большая, потому что бывают модели, где инструкция маленькая и очень неудобно там сидеть и разглядывать. Ну и последняя страница инструкции. Далее у нас декали. В коробке у нас один пакет. В пакете три литника. Сразу, что первое бросается в глаза, это у нас гусеничная лента. Она полунаборная. Собирал я несколько моделей от фирмы Revel. В 72-м это Тигр и PC4. Мне их на вот эти полунаборки, они понравились. Не знаю, как другие могут это сказать, но мне они очень понравились. И отливка понравилась, то есть вся мелочевка очень хорошо пролита. Так, тут все хорошо, чистенько. Далее у нас литник с сверхом, с башней. Также, если присмотреться у нас, то есть хорошо, он неплохо детализирован. Шансовый инструмент влит, получается, в корпус. Так. Мелочевка вся отлита хорошо. Никакого облоя. Все очень хорошо, чисто. Следотолкатель у нас находится внутри. На башне тоже все мелкие детали очень хорошо отлиты. Следующий литник, это у нас получается нижняя часть корпуса, ходовая, звездочки. Также, если посмотреть, то все мелкие детали просто отлично пролиты. Так, ну также я бы сказал, идеально. В заключение могу сказать про эту модель, что, посмотрев на данные, как бы, литники, на качество, зная качество пластика Revel, я могу посоветовать ее даже начинающему моделисту. Она очень хорошая и простая в сборке. Всем спасибо за внимание. Ожидайте следующих обзоров. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.